Хабаровский край, Николаевский район. Сколько километров от вершинки? А? Нет, сейчас отсюда. Ну, километров. Километра два, наверное. Километров, наверное, 5, да? 7. Вот здесь находится. Это теплый ключ, да? Нет, это холодный. Это холодный. А где теплый? Да-да. А дальше идти надо. Да. Не пройдешь. Не пройдешь, да? Теплый ключ. Почему? Пройдешь. Пройдешь только по-хитрому. Опа! Вот здесь пока пересекаем вот эту речку. Добавили камней. Сейчас перепрыгнем здесь. Опа! Все получилось. И идем на теплый ключ. Идем теперь на теплый ключ и в штатном режиме наберем воды в бутылку и произведем уже в лабораторных условиях завтра замер радона в воде. Бекерелей на литр. А там получается будет у нас уже радоновый источник, да? Да. Теплый ключ. Получается, он из земли должен течь. Да? Там, говорит, какая-то избушечка была. Было, там, было, всплыло, да. Все, мы уже подходим. Да, здесь можно проехать на машине. И вот он. Еще один переход нужно? Так, вот он. Кабель тут провели. Запахи уже таежные совсем. Так, ну тут переправы нет. Придется опять переправу делать. А он где получается? Вот он следующий, да? Так, ну что, как будем пробовать, Роман? Я думаю, что вполне реально будет пройти вот так мне. Я еще ноги не замочил, поэтому попробую таки пройти вот по этой переправе. Делаю я по-другому. Я разуюсь. Инженер-физик должен уметь работать в любых условиях. И если у него нет сапог, он идет без сапог. Вода замечательная, прохладненькая. Учитывая, что сейчас довольно жарко, около 30 градусов. Смотрите, какая стая мошки. Изумительно. И мы сейчас проходим здесь немного. Так. Что, далеко? А, вот он. И вот он, теплый ключ. Что, искупаться в нем можно, да? Конечно. Да там все заилено что-то. Там все заилено.
Так, ну куп. Было ванной сделано, сейчас посмотри, что ты понял. Да. Вычищали все, заладили. Ага. Была здесь и ванна, была здесь и будочка хорошая. Да. Вот. Но неизвестно для чего сломали. Видимо, кому-то мешало очень сильно. Сейчас мы попробуем сюда. Да ты чай попробуй. А? Да, я что я хочу. А что я хочу сделать? Спущу ноги. Ой, теплая вообще. Теплая? Обалденно, ага. Ну, а, не улететь. А? Не улететь туда вниз. Не улететь. Да. Вот такая вот целебная радоновая ванна. Вот такая вот радоновая ванна. Времени немного, поэтому раздеваться уже купаться не будем. Нет. А так, вот теплый ключ. Рядом с поселком Многовершинный, Хабаровский край, Николаевский район. Вот такое у нас есть уникальное место. Радоновый источник. Да. Все, пойдем. Что, будешь пробовать делать? А? Да, сейчас бутылку наберу отсюда. А, ты вот эту? Ага. И вот мы набрали бутылку воды. Сейчас мы ее загерметизируем и отвезем в лабораторию, где завтра сделаем замеры с помощью радиометра РРА-01М-01. Роман Зайцев, живу на ДВ. Документирование забора пробы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось, и не забудьте поделиться этим видео. Пока! И вот 13 июля в лабораторных условиях на радиометре СРП-01М-01. Вот свидетельство о поверке его. Было проведено измерение радона в воде с радонового источника. И запротоколировано все это дело. И у нас получилось 1,32 плюс-минус 40 бекерелей на литр. При норме 60 бекерелей на литр, то есть допустимая норма вообще для воды, то есть ее даже пить можно. Собственно, содержание в радоновом источнике воды минимальное. Таким образом, в лабораторных условиях мы провели замер воды в радоновом источнике, который находится рядом с поселком Многовершинный. Подписывайтесь на канал Роман Зайцев, живу на ДВ. Вас ожидает много интересного. We'll be right back.